удачи и, конечно, любви. Пусть у вас всегда будет славненько! Спасибо, Слава, спасибо! Главные выпускники нашего вечера, аплодисменты. Спасибо, Слава, тебе и твоим подругам. Приходите к нам еще, друзья! Ну что же, выпускной продолжается, как ваше настроение! Еще впереди целая ночь, а потом еще целая жизнь! Целая жизнь впереди, друзья! Александр Грин подарил миру не стоя в парусах. Вы знаете, что он писал? Он писал: чудеса делаются своими руками. И наш праздник этому подтверждение. Это рукотворное чудо. Мы этот праздник делаем вместе с вами. Это ваш праздник, наш праздник. Ура! И мы напоминаем, что этот праздник проходит при поддержке генерального партнера Акционерного банка «Россия». А между прочим, Ольга, Алые паруса – это самое ожидаемое событие года в Санкт-Петербурге. Это самый большой и самый знаменитый на всю страну, на весь мир городской Open Air! Ну что же, география праздника невероятно обширна. Какие только города здесь не присутствуют. Сегодня мы даже не будем их перечислять, но в 2014 юбилейном году к нам присоединились и первые российские выпускники из Крыма, медалисты, победители Олимпиад Севастополя, Симферополя и Симферопольской области. А мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, на всероссийском празднике выпускников. Алые паруса! Ну что ж, и мы отправляемся дальше. Наш вечер продолжается. Ваши бурные аплодисменты нашему следующему артисту. Это прекрасная группа. Ольга, что это за группа? Подожди, я начинаю волноваться, ведь, наверное, я поклонник этой группы. Скорее всего, Иван, ты будешь хлопать в ладоши, как и все наши выпускники. Мураками! Ну что, привет! Да? Итак, учим одно слово. Я знаю, что вы все учились хорошо, но что же вы знаете, не сможете вместе с нами спеть. Итак, океаны! Совсем нет слов от счастья. Поцелуй соседа, если жить. Вдруг улыбнулась вам на часе.